Всем привет! В этом видео о том, как изменить разрешение экрана Windows 10. Сделать это можно двумя способами. Первый способ. Кликаем правой кнопкой мыши по рабочему столу. Выбираем параметры экрана. Открывается новое приложение параметров Windows 10. В экране нажимаем дополнительные параметры экрана. И, собственно, здесь выставляем нужное нам разрешение. Нажимаем «Применить». И либо сохраняем изменения, либо отменяем изменения. Если вдруг изображение у вас исчезло и ничего не показывает, ничего не делаете, через 15 секунд разрешение вернется то, какое было. Второй способ. Второй способ с помощью панели управления. Кликаем правой кнопкой мыши по пуску, заходим в панель управления. Вид, значки, не категория. И переходим к пункту экран. В пункте экран нажимаем настройка разрешения экрана. И появляется у нас старая настройка разрешения. Также выбираем разрешение, какое хотим. Также применяем, если вдруг изображение исчезает, через 15 секунд все вернется. Также, если у вас здесь нет того разрешения экрана, которое вам нужно для вашего монитора, физическое разрешение, можете попробовать зайти в дополнительные параметры и посмотреть список всех режимов. А есть ли здесь то разрешение, которое вам необходимо? Если вдруг и здесь его нет, то тогда почитайте статью, ссылка есть под видео. Там есть дополнительные способы решения такой проблемы. И еще одна рекомендация. Устанавливайте для экрана то разрешение, которое определено производителем. Особенно это касается современных жидкокристаллических экранов. Для этого это важно, так как иначе изображение получается искаженное. А если у вас получается так, что все какое-то очень мелкое, то лучше воспользоваться параметром изменения размера текста приложения и других элементов. То есть изменить масштаб, после изменения перезагрузить компьютер. Вот, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Удачи вам.